Не знаю, что будет. Сползут, не сползут они с нее. Не могу одеть ботинку, все. Орет на меня, кусается. Очень возмущена. Очень. Очень возмущена. Под двумя пледами мы без света были, то есть вообще без отопления. Так, передние сняли, а нам не разъезжается. Да, это Данька. Ну, не удобно, я не знаю, кто же. Ну, ты шагай, ты давайте, давайте. Зато у нас, считай, запасные ботинки, да, есть? Ну, если на передние лапы нет, то у нас 4 ботинка задних. Конечно, лучше намного. Потому что не шкрябнуть. Носки не стирать каждую прогулку. То я 4 носка стираю каждый раз. С мылом, все. А сейчас он пушистенький, носочки у него тепленькие. Да, у него там по 2 пары носков одето. Носочки с лапочками. Да, а передний вообще никак. Где? Вот он. Гуляет. Профессор, директор пляжу. Кто такой? Люся? Люсь. Все, не успела. Нет, я, наверное, засняла. Взяла, прошла под кустами, вышла такая вся красивая в снегу. Пойдем, Люсь, мама поводок уже с тебя сняла. Пошли. Пошли. Люся, все, к дому. Ну, мы и так возле дома. Ну, там кто-то есть. Настоящий. Топай, говорит, сама. В мире. Снимай колеса, иди сама. Следующим утром Софья с нетерпением ждала Игоря у офиса. Ты с мамой поговорил? Да. И что? Ты уши-то какие поставит она свои. Отсюда мама обижала, что ли? Да? Мама тут тебя обижала, да? Ну давай. Я не успела. Что ты моя? Ты так скучала? Ты скучала, да? Скучала, моя девочка, да? Скучала? Ах, как скучала! Она прямо так ему сейчас пела. Пальцы чем-то пахнут, непонятно чем. Вот, пожались-то. Ой, все расскажешь. Мира! Мира там тоже разговаривает. Ой, эти мои красавицы, мои девочки. Папа ваш теперь сильный был, у него ноги накачанные. Сколько раз поднялись сегодня? Вчера три. Мы тебе не сдали, пап. Да? Так рано? Нет, так что, рано ли? Не сдали мы, да, тебя. Нет, думали, ты, может быть, какой ночью придешь. Под утро. Пойдем, я просто буду идти рассказывать. Пойдем. Кому? Кому? Людям нашим. Кому нашим-то? Значит, чего? Мы идем в Пятерочку. Ты меня-то показываешь? Да, вот. Мам, меня покажи, папа покажи. Ты иди вперед, потому что тебя тянет. Ну, я буду тогда идти задом. Пойдем. Мы идем в Пятерочку. Я не умею так снимать. Мы идем в Пятерочку. Вадик сегодня ездил с Магой за ламинатом. Вчера с Колей за ламинатом. Сегодня с Магой за ламинатом. Вадь, ты мне сейчас покажешь. Сейчас очень близко. У меня вот такое лицо сейчас будет. Вот, а по-другому я не могу. У меня коляска еще. Ладно, давай. Я оператор. Подожди, что я вот так вот могу. Вот так могу. Вадь. Ну, ты сейчас исказишь всю красоту мою. Давай, ладно. Все, понятно. Спасибо оператору. Вот. Так что сегодня Вадик на квартире не был. Так что мы идем в Пятерку. Вот за тобой иди. Еще у меня Валберис и Озон. То есть у тебя появилась новая система вождения тележки. Нет, кофе. Вадик не захотел. А я попросила погорячее, послаще. Мне все это сделали, а мы как верблюды. То есть навьюченные пеленки. Полосочки кончику хорошие тут появились. Купили. Заказала я. Вот. Так что идем. Чего ты упираешься? Уперлась стоит? Угу. А что ей делать? Дома она покакала.
сейчас. Пока Вадик выгуливал пончика, мы все дела дома сделали. Сейчас пописала. Че ей гулять-то еще? Она все сделала. Тащите гулять собаку. Заводись, поехали. Поехали. Человек дома хочет сидеть, вы тащите. Сами куда? Не хозяева, а какие-то изверги. Еще скользко. Родители, да, родители изверги. Изверги, родители изверги. Зато не будет у нас пневмонии с тобой, Мирушка. Шевелимся. Ну, пап, так бы треснула ногой бы. Так бы прямо треснула тебе. Пойдемте. Ты камень не лезь, камень не лезь. Хочу вам показать очень крутые пеленки. У них цена вот сейчас на Озон я купила 558 рублей за 30 штук. 60 на 90. Они классные, вот. Есть подешевле пеленки, но тоже хорошие, тоненькие. Но у них очень яркий синий, обратная сторона синяя. Она меня убивает. А эти, посмотрите, нежный голубой цвет, небесный. И вот такие вот. Я уже на пеленках собаку съела. Самое главное, чтобы они были вот такие простеганные пеленки. Вот такими. Они тоненькие, но они впитывают. У меня Мира такие океаны писает. Они впитывают. Вот. Ну, даже если сразу не уберешь, вдруг не заприметил. Вот. Держат. Это, не промокает. Вот. Тоненькие. Вот именно, чтобы была вот такая вот клеточка. Не ватой набитой. И тогда они вообще все собираются в кучу. Проплешины появляются. А это прям супер. Три упаковки заказала. И опять появились суперские вот эти вот пояса для пончика. Тут 10 штук. Они, правда, сейчас подороже, чем я их в прошлый раз купила. Но я все равно взяла вот две упаковки. И плюс у меня еще три упаковки идут. Блин, оказалось, что из-за рубежа. Отец там у нас где-то. Ну где он? Где? Ну где? Вот он. Вот он. Вот он. Вот он. Мусор выносил. Я писаю. А ты закрыл вторую дверь? Нет, пока. А что? Ну ладно, заходи уже. Я пойду лучше. Ну закрой, да, вторую дверь. Чё выбить? Подпорку выбить. Ну, конечно, да. А то холодно. Вот эту вторую дверь. Вот, ты подумайте, какие там двери. Вот эту. Вот. Чё ты? Диана. А, я думала, она... Вот она. Я тут, пап. Ты подзвал? Пойдём, пойдём. Всё, заходи. Умница, да. Красавица. Всё, заходи. Да, да, да. У, пап. Пап, у, пап. Слов нет, слов не хватает, пап. Ой, а я что, на меня прям смотрит, все из лайков собак. Аккуратно, аккуратно. Вообще, чуть ты обозлилась-то так. Слушай, говорит, а? Слушай, делает, а? Люсь! Смотри, как обозленная, да? Ну да, что-то прям ее возбудило, да, все. Что? Что? Мусор, мало погулять. Мусор без нее ходил, да, да, да. Она этого не потерпит никогда. И сейчас ты можешь в спину. Там, кстати, можно с ней ходить. Уж там подморозить. У нас и завтра будет мусор. У нас мусор. У нас мусор три раза в день выносим. С нашими соседями. Да, да, да. Да, заяц? А, ой, у нас еще Мира неразмундиренная. Ботинки ей сняла. Вот эти пеленки, они просто супер. Да. Хорошие, хорошие. Очень, очень. А ну, сыхал. Так, Люся. Красавица. Мамина красавица. Мамина. Только покакала и пописала. Сейчас будем кушать. У нас ужин. А вон там вот директор пляжа, он выглядывает. Не боится, как бы ей ботинки опять не надели. Нет, она просто охотится за добычей. Он выглядывает из-за кустов цветочных. То есть это пантера, да, у нас? Да, пантера. Да, да. Сегодня вечером, говорит, я пантера. Мы кушаем. Вот. Лежим и кушаем, да. Это вкусненько. Мама с ложечки кормит. Да, с ложечки сейчас кушаем. Села, блин. Здравствуйте. Мадама. А, мадама. Чего ты там глазками сидишь, хлопаешь? Угу. Макарошка уже. Вот Макарох спит, все. Да? Да, спит. Все, в отрубоне. Накормили ее, она бабаюшки. Все. Тут
Между прочим, вот эту пантеру черную тоже накормили. Да. Охотится она там. Ты охотница? Куго. Не мешай, папа, аж нос он грязный, не лезь сейчас, мы кушаем. Ну, скажи, какой чумазый нос. Чумазанай. Почуйный-то, почуй. Почуй. Зубами стучит. Ничего, ничего там не оставили. Она там ничего не наохотила. Да. Да, да, да. Вон, я там наохотила что-нибудь, покажи. Сколько можно охотиться? Сюда положи, вот сюда, сюда положи. Вот, да, да. Или вот, сюда. Да. И побольше. Все, на место и поклади. Побольше. На место поклади. Да. Это пончик еще доест, Люсенька. Да. Нет, положи вот сюда. Положи. Ты удобно лег, зять? Хочу. Время без 12:12. Ходим. Ну, вечера, ночи. Человечище, большой. Оп. Отвалился. Тебе нормально? Тебе нормально, мой родной? Да, мам, подвинем тебя. Хочешь, подвину? А, у нас с тобой пеленка. Пеленку под попу надо, заяц. Ладно, лежи, ты все равно ненадолго. Лежи. Все равно ненадолго. Ой, вы посмотрите, прям смайлик получился. Вы видите глазки? А вот левее сюда, ближе ко мне, прям улыбочка. Вы видите? Подождите, получится его сфоткать. Сейчас мне только надо... Ай, прям видно! Чудо! Вы видите, да, вот улыбочка? Ну-ка, сейчас я его... А как вот так? Во. Сфоткала? Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Чудесного дня, прекрасного настроения. Мне прям даже настроение поднялось, хотя оно и было нормальным. Михалыча, наша вам с кисточкой. Привет. Ой. Хорошо. Ну, почти всю ночь не спала. А знаете, почему не сплю? Потому что у меня ребятишки мои, ну, Пончик и Мира, они... не могут сами перевернуться. Ну, такие молодцы. Ну, Пончик, он даже не пытается, он сразу звать начинает. А Мир молодец, она крутится. Она крутится там по-разному. Через позвоночник может перекрутиться, через спинку, под себя лапки. Ну, а порой застревает или порой хвост выгнется в другую сторону. Ну, короче, я ее слышу, подскакиваю к ней, ее перекладываю, вот, помогаю ей. И вот так вот ночь моя и проходит. Утром встаю, спина болит. Ну, мне Вадик натирает спину сейчас. Уже несколько вечеров подряд. Вот, то есть, ну, нормально все. Ну, главное дело со светом, с этой самой, с отоплением. Ну, это же здорово. Ты знаете, радуемся мелочам просто. Обычным, привычным вещам безумно рады. У меня, наверное, голос сонный, я это чувствую сама. Ну, потому что я не выспанная. Чудесного нам дня, прекрасного настроения. Люблю, целую, обнимаю. Ты ваша Юлька. Так, важно летать. Иди-ка.
сюда. Давай. Вот. Уж больно ты хорош.